Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина и канал Цветочная симфония. Коротенькое видео снимаю. Вот такие детки готовы к продаже самовывозом по Волгограду. Условия заказа спрашивайте, я скажу. Самовывозом я никуда не вожу. Договариваемся в личке и выбирайте, что нужно. Я присылаю список также. Есть этот список в Одноклассниках, на Авито. Ну или нужно, я пришлю вам именно в личку. И обговорим с вами условия, как забрать, когда, что, где, откуда. У меня фиалки выращиваются для фитильного полива. То есть грунт подходящий, можно поставить сразу. Они все в 100-граммовых стаканчиках. Ну вот покажу один, да. Корневая хорошая. Вот такие крупные. Цены разные, но приятные. Также здесь подрастают, мы с вами как-то в одном из видео я показывала, доставали и вместе рассматривали их, новых деток. По этим деткам спивки будут позже. Вот они на свежем воздухе подрастают. Есть еще, конечно же, это только часть. Тут большие перестановки, как всегда, играешь в пятнашки, когда начинаешь что-то новое, другое выставлять. Поэтому интересуйтесь, спрашивайте. А сейчас можно или самовывозом по городу Волгограду самостоятельно забрать, или забронировать по предоплате на апрель месяц. Давайте так, потому что те, кто живут в более холодных регионах, фиалки для них еще пока растут, они будут, будет много, поэтому, чтобы не были такие огромные лошади, так сказать, и было легче упаковывать, и по цене все-таки были получше. Поэтому давайте пока на апрель, там со середины апреля приблизительно, ну, по погоде будем смотреть, какая весна. А потом, попозже, уже более дальние регионы будут отправки по всей России. Отправляю только почтой. Все нормально доходит, фиалки живучие, прекрасно себя чувствуют в дороге. У меня максимально они шли 21 день, все прекрасно дошло. Упаковка хорошая, не переживайте. Кому за Урал и дальше, всем первым классом. До Урала стараюсь обычной почтой, в принципе, все нормально доходит. Вот вам еще немножко красоты. Ну, по-моему, здесь мои. Да, подписаны мои, да. Ну, вот я вам показываю, какие они вот такие красивые бывают. Всякие-всякие разные. Все, друзья, на этом буду заканчивать такое коротенькое видео. Интересуйтесь, спрашивайте. Откладывайте, бронируйте. Сумму предоплаты обговорим в личных сообщениях. Минимальная покупка при самовывозе 500 рублей. По России от 1000 рублей. На этом все. С вами была Ирина и канал Цветочная симфония. Приятных вам покупок!